На минувшей неделе глава Славянского района Роман Синеговский встретился со студентами сельскохозяйственного техникума. Общение прошло в теплой дружеской атмосфере. У студентов была возможность задать главе все интересующие вопросы. О том, как прошла встреча, расскажут наши корреспонденты. В аудитории сельскохозяйственного техникума собралось много молодежи. Всем хотелось пообщаться с руководителем района. Роман Синеговский рассказал студентам о социально-экономическом развитии района, поделился планами работы по различным направлениям деятельности муниципалитета. Глава отметил, что такие встречи очень важны для него, потому что мнение молодежи зачастую может быть определяющим в решении тех или иных вопросов. Ведь сегодняшние студенты – это те, кто завтра будет трудиться в районе и принимать управленческие решения. А для работы еще больше нужно знать ваши чаяния, ваши проблемы, что вас сегодня беспокоит, какие проблемы волнуют, чем сегодня живет наша молодежь. Сегодня молодежь уже немножко другая. Во время общения обсуждались самые разные вопросы по благоустройству города, организации новогодних мероприятий для молодежи. Волнуют студентов и проблемы трудоустройства, ремонта дорог. Затронули и актуальную проблему наркомании и алкоголизма. Студенты активно включались в диалог, свободно задавали интересующие вопросы. Недавно в парке имени Пономаренко была установлена эфиревая башня. Я бы хотела узнать, планируются ли еще какие-нибудь установки? А что касается вот маленьких, малых архитектурных форм, о которых вы говорите, то я вас убеждаю, что они в городе по-любому будут появляться, потому что... Ну, это украшение, и я вижу, что это людям нравится, и нам самим интересно этим заниматься. Особый интерес у ребят вызвало обсуждение темы семейных ценностей. Студенты серьезно и с пониманием отмечали, что нынешнее молодое поколение торопится связать себя узами брака, не понимая всей ответственности, из-за чего потом растет количество разводов. Многие ребята высказали свое мнение на этот счет. У молодежи переворот ценностей, даже моральных ценностей. Опираясь на более старшее поколение, вот я смотрю, я понимаю, что это люди немножко другой закалки. Для них были другие ценности, для них была важна эта искренность, они это все ценили. А сейчас просто молодежь ради интереса думает, что мы поженимся и поженимся. В завершении встречи студенты преподнесли главе района новогодний подарок. А Роман Синеговский, в свою очередь, пожелал ребятам добиваться на жизненном пути поставленных целей. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».